сьогодні до нас завітала наша люба гостя, експерт праці «Друг нового дня», директор Вітовського районного організаційно-методичного центру Катерина Мірзаян. Вітаємо! Здравствуйте, Інна! Дуже давно не бачились в нашій студії, вже звикли до зустрічі в студії нового дня, про розповіді культурного життя Вітовщини, але напередодні нового року просто не могли вас не запросити для того, щоб дізнатися, що ж ви готуєте, бо знаємо, відчуваємо серцем, готуєте, як завжди, щось грандіозне. Да, ви абсолютно праві, Інна, і тот, хто хорошо работає, тот і хорошо віддихає, і наоборот, хто хорошо віддихає, хорошо работає, поэтому свой отпуск, свои праздники мы планируем очень щепетильно, дотошно. И Новый год, как никакой другой праздник, которому мы уделяем очень большое внимание. Этот год у нас наступающий будет годом земляной собаки, насколько я помню. Рыжей земляной собаки, да. И тема, разумеется, новогодних утренников и мероприятий будет в какой-то степени собачьей. И одно из интересных мероприятий, которое пройдет в Витовском районе, будет новогоднее шоу «Белка и стрелка». Ничего себе! Да, в которой будут вспоминаться все известные представители собачьего клана, и каждая из этих собачек, каждая из этих героинь будет желать определенное пожелание всем гостям и всем витовцам. И это будет очень в интересной такой театрально-музыкальной форме. Я надеюсь, что этот спектакль, это театральное действо будет участвовать в конкурсе «Хурделиця фест», который организует областной методический центр. И я надеюсь, что не останется незамеченным это мероприятие. «Белка и стрелка» на какую аудиторию ориентована? На детей или на дорослых? Чи, можливо, хочете охопити абсолютно всех? Конечно, наша задача охватить как можно больше зрителей. И хочу сказать, что есть такие формы. Вот, например, мультик «Ёжик в тумане». Он вроде детский, да? Но когда смотрит его взрослый, он для себя черпает очень много мудрости, каких-то интересных идей. Или даже «Простоквашино» мультфильм, в котором очень много интересных взрослых таких моментов. Если бы у меня был кот, я бы не женился. Ну, где-то об этом. Вот. И «Белка и стрелка» — это по форме, как бы, первый план — это детская сказка, а второй план — это, конечно, взрослые какие-то такие моменты, которые будут интересны взрослым. И я думаю, что все, без исключения, кто придет на этот спектакль, на это мероприятие, получат удовольствие и будут рады, счастливы, веселы, и это поднимет настроение на весь год. Коли можно завітати и за какой адресой? Это мероприятие будет проходить в Доме культуры селище Первомайское. Вот. Будет проходить накануне Нового года, 30 или 31 декабря, вечернее время, потому что там определенные сценки будут связаны с темнотой. Наши белки и стрелки будут отправляться в космос, это будет сопровождаться интересными такими световыми эффектами. Ничего себе. Да, да, я думаю, что у нас все получится. Ви мовили, що плануєте участь саме цієї вистави у фестивалі. Про фестиваль хотілося б. Этот фестиваль организован областным центром народного творчества. Он проходит по всей нашей области, и все театральные коллективы или просто коллективы, которые хотят поучаствовать в этом конкурсе театральном, могут представить свою работу на суд жюри, которая будет посвящена Новому году, Рождеству, вот всем зимним праздникам. И уже поважный жюри будет выбирать наилучший спектакль и показывать его и по телевидению, и на всю область. Окрім цієї вистави, ще щось плануєте, чи саме на «Білку і стрілку» поставлений основний акцент? Ну, да, ви праві. Ми поставили акцент іменно на цей спектакль. А хочу отметить, що Вітовський районний організаційно-методичний центр і сектор культури во главі Сергія Ніколаєвича, ми готуємо не тільки мероприятия, але ми ще готуємо методичну допомогу для директорів домів культури, сільських клубів, в яких допомагаємо
помогаем мне быть одному директору во время сотворения, да, сотворения новогоднего праздника, потому что зима связана с очень многими праздниками, да, это и Николай Чудотворец праздник, и Новый год, и Рождество по старому стилю, Рождество по-новому, и Меланка, в общем, это такой прям фейерверк праздников, и сделать мероприятие на каждый праздник, это достаточно сложно, если задаться целью качественно делать, да, это должно быть разнообразно. Так вот, наш методический центр разработал так называемые 10 правил творчества. Это когда уже не хватает каких-то моральных, душевных сил, то можно воспользоваться нашей методической разработкой 10 правил творчества, в которых мы описываем такие моменты, которые могут помочь в создании каких-либо мероприятий. Ну, например, пишите не про то, что знаете, а про то, что вам нравится. Потому что есть такой момент, называется эффект самозванца. Это такой эффект, когда человек профессиональный, знающий, умеющий, умаляет свои вот эти знания и умения, когда он считает, что он недостаточно умен, недостаточно умеет. И вот эти сомнения, они дают его мысли творческой двигаться вперед. Так вот, если человек думает, что он еще не все знает, пусть пишет сценарий не о том, что знает, а о том, что ему нравится. Вот, например, для писателей есть хороший совет, что пишите не какую-то книгу, которая понравится кому-то, а пишите такую книгу, которая понравится вам, которую бы вы сами с удовольствием прочитали. Вот и мы директорам тоже советуем, что, дорогие друзья, делайте праздник, который бы вам би очень сильно понравилося. Основні поради, які увійшли цього збірника, я розумію, брали також із свого життя. Звісно. Із свого досвіду. А ось, Катерина, який ваш секрет успішної роботи вашого культурного сектору, вашого методичного центру? Тому що дійсно на вас рівняються інші райони, на вас рівняються інші центри. І хотілося б, можливо, не тільки для них, а й для наших телеглядачів поділитися секретом успіху, все встигати і робити життя яскравим не тільки для себе, а й для тих, хто навколо тебе. Ну вот полностью с вами, Инна, согласна, и то, чем я руководствуюсь в своей работе, и не только, а то, что я поставила во главу угла своей жизни, это, если обще сказать, это радость. Это радость, как это ни банально звучит, но радость – это то чувство, которое вытягивает тебя из любых ситуаций, да, из любых неприятностей, из каких-то сложных моментов жизни. И радость, моя радость, ежедневная радость заключается в том, что я, можно сказать, научилась радоваться таким, ну, как бы обычным, да, вещам. Там, допустим, ну, не знаю, вот сегодняшний гость нашей программы, режиссер фильма «Киборгов», да, он там актер, он отличный сценарист, он потрясающий человек, но я когда услышала его голос, либо это профессиональная наработка слуховая, я когда услышала его голос, я была просто в восторге, я просто в восторге была. Или там пару дней назад я шла поздним вечером и увидела молодой месяц, который то тучами закрывался, то появлялся свет, а потом вообще месяц... Иначе как у Гоголя. Вот понимаешь, Инна, вроде мелочи, ну вообще мелочи. Ну вот я прям стояла вот так, я завороженная стояла, и это так здорово, приятно, очень приятно, когда ты еще спишь, еще не проснулся, а уже слышишь, что в телефоне идут сигналы, что тебе друзья маякуют, привет, доброе утро, как ты, там, ты помнишь, что у тебя то, а давай сделаем это, и все, ты еще не открыл глаза, а ты уже настроен на позитив, и ты уже с бодрым утром встаешь. З таким позитивним настроєм маємо завершувати другий блок нашої програми. Дякуємо вам, Катерино, за дійсно позитивні емоції. І я сподіваюся, що всі наші телеглядачі, та я сама візьму собі на озброєння вашу пораду, що варто не тільки самому радіти, а й радіти, можливо, якимось дрібницям і робити радість для тих, хто навколо тебе, для тих, хто нас оточує.